Привет! Привет, привет всем девочкам, всем тренерам, всем тем, кто готов сейчас немножко потрудиться, немножко поработать, подумать и поразмыслить на тему художественной гимнастики. Я всех рада видеть, всех очень рада приветствовать. К сожалению, мы все находимся по домам. Делать нам не особо есть чего, но, слава богу, у нас есть наш любимый вид спорта – художественная гимнастика, где мы можем заниматься и дома. Мы можем брать мячики, булавы и крутить, бросать, вертеть просто бесконечно. И нам даже достаточно того места, которое есть у нас. Поэтому я со всеми вами хочу еще раз посмотреть на вас. Как вы это умеете делать, как у вас это получается, здорово. И даже в домашних условиях. Это очень большое достижение для вас и очень большое испытание, потому что вы просто учитесь вот сейчас работать дома. И никакие отговорки вам не помогут, что вы в следующий раз, когда придете на тренировку, скажете: у меня не было места, а я не могу сама работать. Все вы можете, все вы умеете, вы такие замечательные, такие классные. И я просто очень рада, что вы есть. Поэтому мы начинаем разбирать элементы. Скорее, это у нас всего лишь час. Это очень мало, он пролетает незаметно. Незаметно пролетает. И не знаю я, почему не могу позвонить к вам. Алло, мама Нелли, почему-то не могу позвонить вам. То не знаю, не набирается. Так что звоню в следующую часть. Привет. Здравствуйте. Ты кто? Как тебя зовут? Меня зовут Дарья, мне 13 лет, я из города Павлодара. Давай, показывай. Что будем делать сейчас? Молодец! Слушай, ну ты очень хорошо сейчас скрутила, мне очень понравилось. И быстро, и задорно. Прям даже не знаю, что тебе подсказать. Прекрасно. Разве что стопу натянуть, когда ногу открываешь в сторону. Вот надо натянуть стопу. Давай. Пальцы. Нужно закончить. Села и встала, подтянула. Да, плечи опусти. Давай. И. Раз. Спинку держим, спинку. О, даже двойной. Ну, прекрасно. Умничка, молодец. Браво. Спасибо. Тебе. Пока. До свидания. Пока. Если кто-то хочет разобрать элемент, напишите «хочу разбор элемента». Также обращаюсь к тем, кто живет не обязательно в России, и в Европе, и за границей. Вы также можете с нами поучаствовать и написать «хочу элемент разобрать». Поэтому, кто хочет разобрать элемент, пишите. Я хочу разобрать элемент, и будьте с вами. Давай! Здравствуйте! Привет! Меня зовут Даша, мне 13 лет, и я с города Москва. Я хочу с вами разобрать М-ку с мячом. Давай, Даша. Так.
Ага, ну смотри на мячик, смотри, раньше времени ноги не закрывай, смотри на мячик, смотри, и правильно, отлично, даже позу в конце сделай, просто прекрасно, молодец, давай еще раз, смотри на мячик, ну прекрасно, мне очень понравилось, мне очень понравилось. Спасибо. Все? Ну ты сама все сделала, молодец. Очень красивая. А можно мне еще одну разобрать? Давай, давай разберем. Точно под мяч ногу ставь. Смотри, тебе нужно сначала его отбить, стойки на лопатке отбить, а потом быстро, быстро вернуть глаза на мяч. Стойка на лопатке и раз. Да. Чтобы мяч вперед не улетал, тебе нужно его бросить чуть-чуть назад, чтобы в стойке на лопатке отбить вверх. Не вперед, а вверх. А ты вперед его бросаешь, поэтому он улетает ко мне. А ты брось чуть-чуть на себя. Почти, почти, ровно стопу держи, ровно, чтобы у тебя стопа не косолапилась. Оп. Ты мизинчиком отбиваешь, а ты отбей точно вот так, всей стопой. Вот. Почти, почти. Сделай, пожалуйста, сначала подводящее упражнение. Просто в стойке на лопатке отбей и вернись. Без кувырка, поняла, да? Отбей и вернись. Не надо переворачиваться. Ну, ровнее стопу. Просто отбей, не без кувырка, и верни. Ну, почти уже поймал. Не, нужно прямой ногой отбивать. Да. Почти. Ну, иди сюда, иди сюда. Давай, еще потренируй. Ты самое главное на отбиве, ты подставляй всю стопу. Если ты отбиваешь мизинчиком, либо другой частью, либо в процессе разворачиваешь стопу, мяч улетает в другую сторону. Должна его отбить точно в потолок. Для этого я тебе говорю, можешь не кувыркаясь. Просто отбила, вернулась, поймала. Сначала так научись, а потом уже с кувырком. Договорились? Ну хорошо, все. Спасибо вам большое. Ты очень красивая. Спасибо. Пока. Спасибо, что позвонили. До свидания. До свидания, солнышко. Видите, какие вы все умные. Вы все понимаете прекрасно. И мне очень приятно с вами работать. Привет. Здравствуйте. Откуда ты вы? Я с Израиля. Как тебя зовут? Соня. Соня, ты из какого города-то, Соня? Петахтикова. Петахтикова. Ты еще у меня на сборе была, да? Я тебя помню. Ну давай, какой элемент будем разбирать? Поворот кольцо. Давай. Угу. Руки натяни. Давай, дорогая, давай. Да. Соня, сделай мне, пожалуйста, равновесие сначала. Просто равновесие. Плечи опусти. Вот. Ну и стой. Долго стой. На всей стопе стой. Пониже камеру. И чуть-чуть на девочку. Стой. Раз, два, три. Грудью вверх. Молодец. Давай 10 четок постоишь. Грудью наверх тянись. Раз, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, ближе, ближе к голове, ножка, восемь, девять, десять. Умничка, просто молодец. Вот в повороте давай то же самое, поняла? Грудью тянись вверх, стой долго-долго в этой позе. Вверх, вверх, вверх. Ну, смотри, плечи опусти, лопаточку опусти. Когда ты замахиваешься, плечо вниз держи. Давай. Плечо вниз. Ты с какой ноги мне крутишь? С правой. Значит, правое плечо вниз. Смотри, момент скока правой лопаткой прямо закручивай себя. Вокруг себя крутись. И ногу повышай вверх, 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 вверх. И в конце разогни. Поняла? Вверх. Не видела. Еще раз. Давай. Плечи опусти, правую лопатку вниз. Молодец. Лучше. Прямую ножку опусти. Подожди, сделай мне равновесие кольцо. Кольцо без рук равновесие. И концовочку только ножку вверх. И подтянулась. Нет, делай равновесие. Равновесие. Так, выше бедро. Вот так в конце наверх, прям в потолок разгибай ногу. Давай. Кольцо. И прям в потолок разгибай. Разгибай ножку. Молодец, на носке вставай. На носок вставай. Пятку подворачивай, вставай на носок наверх. Умничка. Вот то же самое сделай в повороте, поняла? Давай. Наверх. Чуть-чуть выше ногу подними, чуть-чуть выше ножку подними. У тебя слишком низко нога. Бедро подними, бедро наверх. Давай еще раз. Ну, лучше уже, только у тебя к уху нога, ты прямо вот сюда ее по центру поднимай и держи. Молодец, лучше, лучше. В конце грудью вверх и ножку наверх. Раз, и подтянись два. Выше ногу, выше, 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 выше. Бедро поднимай. Наверх. И подтянись к концу. Все, стой. Не шевелись. И раз. Делай. Еще разочек давай. Плечи опусти. Плечи опусти. Нет, нужно вскочить на ногу. У тебя пятка скрученная, я ее не вижу, но она, я чувствую, что она у тебя скручена. Тебе разверни пяточку. Давай. Вот. Еще раз делай выпад и прям подверни пятку вперед. Вот, правильно. Плечо держи, плечо, 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 плечо. Еще правое плечо держи. Вниз. Лопатка вниз правая. Давай, делай вывертную ногу внизу. Не-а, не вывертная нога. Еще пятку вперед подворачивай, когда выпад делаешь. Не-а, подожди. Встань на вывертную ногу, делай препрессион. Раз. Колено в сторону. Плечо правое вниз. Вот. И отсюда рукой сильно бери замах и вскакивай. И... Молодец. Вот сейчас было уже лучше. Иди сюда, красавица моя. Иди, ты умничка большая. И ты очень долго стояла в этом равновесии и очень хорошо вот сейчас крутила последний раз. Давай, я тебе желаю, что у тебя, чтобы ты все сделала правильно, чтобы научилась этот элемент. Я верю, что у тебя все получится. Спасибо большое. Пока. До свидания. До свидания. Всем привет. Всем своим привет от меня. Кто там хочет разбор, напишите. А чё разбор? На русском только пишите или на английском? Здрасте. Ты была у нас на разборе уже? Нет. Первый раз? Ну, представляйся. Меня зовут Милана, мне 8 лет. Я из Костромы. Поняла. У меня разборов
букву Т. Давай. Молодец. Смотри, я увидела, что у тебя, когда нога опускается вниз, у тебя очень сильно горбатая спина. А ты держи спину ровно и подтяни поясницу. Давай. Когда нога через низ проходит особенно. Здесь держишь спину, держишь спину. Вот. Молодец. Лучше. Давай еще раз. Спинку подтяни, поясничку держи крепко. Оп. Наверх. Ну все, ну хорошо, мне понравилось, как ты сделала, ты молодец. Все, тебе все хорошо, ты все правильно сделала, просто держи спину крепче. Договорились? Да. Ну пока. Спасибо. Видите, какие вы? Вы все умеете. Вы все умеете. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Ирина. Я из города Тюмени. Я 2007 года рождения. Да, что мы будем разбирать? Я бы хотела разобрать поворот в шпагатом. Давай. Ну, смотри, держи давай ногу-то. Ногу держи наверху, а то ты крутишься хорошо, а нога уже упала. Давай поставим панше, давай равновесие делаем. Панше, арабеск. Голову держи высоко, руки шире, в стороны руки. Вот, дожимы делай. Раз, колено натяни, дожимы. Нет, подожди, вставай к ноге, раз. Два. Дожим – это не когда нога болтает сильно туда-сюда, а когда ты подняла ее в шпагат и только на себя еще чуть-чуть дожимаешь, повышая амплитуду. У тебя сильно должна попа болеть. Давай. Раз. Подбородок выше. Два. Колено зажало. И ягодичную, напрягай ягодичную мышцу. Давай, подбородок выше, руки шире, подбородок выше, молодец. Вставай, раз, два, ну все, у тебя там держится прекрасно. Давай в поворот уходим. Смотри, перед поворотом обязательно нужно сделать плие. Знаешь, что такое плие? Давай, присесть надо, да. Жим такой, давай, выпади. Да, конечно, вот здесь присела. Раз, на замахе. Присела, вскочила. Молодец. Теперь чуть резче сделай. Давай. Присела, резче. Оп. Отлично, ты умничка. Ты все правильно сейчас сделала. У тебя все получилось. Я за тебя очень рада. Иди сюда, ты очень старательная девочка, я думаю, что у тебя и получится, и не только 3, 4 и 5 получится. Спасибо. Ты молодец. Ну, пока. До свидания. Так, кто хочет разбор элемента, пишите. Привет. Здравствуйте. Откуда ты? Я Маша из города Актобе. Я бы хотела разобрать поворот в кольцо. Хорошо, давай. Ну хорошо, давай равновесие мне сделай. Колечко. Угу. А можешь камеру чуть-чуть подальше поставить, а то я только твою голову вижу.
Я, мне надо, чтобы я тебя в полный рост чуть-чуть видела, да? Так, переключить камеру. Ну ничего, ничего, давайте. Можете вот так из рук подержать просто. Ой, нечаянно вышло. Нечаянно вышло. К сожалению, вышла девочка. Напиши еще раз. Напишите еще раз, что мы вышли, мы хотим разобрать элемент. Напишите еще раз. Нечаянно нажали, наверное, на выход. Привет. Здравствуйте. Кто? Меня зовут Эвелина, мне 8 лет, я из города Тамбов. Прекрасно. Какой мы будем элемент делать? Переворот вперед с мячом. Прекрасно, давай. Стой, давай выше мяч подними, зажми его прямо между животом и ногой. Вот здесь, да. Еще нет, ты его грудью прижимаешь, ты ниже, где пупок у тебя прижми, вот здесь, да. Давай, начинай переворот. Да, ну и молодец. Бери мяч сразу. Перевернулась и подхватывай его. На мяч смотри. Бери. Здесь надо вытянуть руки. Вытянуть руки и очень цепко так раз и взять мячик. Давай. На мяч смотри. Ну почти уже взяла. Давай. Так, все взяли мячики. Все, кто нас смотрит. Все взяли мячики и пробуем. Давай еще раз. Подожди. Куда ж ты так присел? Подожди. Где у тебя пупок? Нашла пупок? И ниже. Да. Вот к этому месту прижми мячик. Все. Давай. У тебя дыра. У тебя дыра там, где между животом и мячом. А там дыры быть не должно. Понимаешь? Да. Выше мяч положи. Стой. Выше мяч. Стой. Выше мяч. Вот сюда. Еще выше мяч. Молодец. Ты поняла, где мячик должен бежать? Покажи еще раз, где. Вплотную, да, вплотную к животу, прям вплотную. Давай сделай еще раз, чтобы мы утвердили. Все. Делать тут нечего. Главное, правильно положить мяч. Ты молодец. Запомнила? Да. Спасибо. До свидания. Пока. Пишите, из какой вы страны, из какого города. Элемент. Какой элемент хотите разобрать, пишите. Я надеюсь, что вы пробуете все с девочками, и что у вас сейчас идет активная тренировка и активная работа, даже если вы не попали в эфир. Ну, не получается. У нас не со всеми, к сожалению, получается подключиться. Очень жалко. Но... Привет. Здрасте. Откуда? Меня зовут Влада, мне 9 лет. Ой, мне 10 лет, я из города Мариуполя. Влада, очень приятно. Какой элемент будем делать? Я хочу научиться повороту в боковое. Давай. Угу. Смотри, рукой, свободной рукой, помогай себе со стороны, вот сюда, вверх поднимай ее, свободной рукой. Так, плечи вниз и вверх. Лучше. Сделай мне равновесие, пожалуйста, в сторону. Убирай живот. Живот убери. Вот, плечи вниз, спину подтяни, колено натяни внизу. Колено сильно натянуло. Умница. Встала на носочек, подтянулась наверх. Прижала ногу еще сильнее на носке, на прямой ноге. Зад зажми. Куда? Куда? В одной плоскости стой. И наверх.
наверх. Когда мы заканчиваем элемент, мы тянемся руками вверх. И вверх руки. Вот, отлично. Умница. Запомнила? Сделай мне, как вторая рука работает у тебя. Вот ты взяла ножку. Рука в стороне. Рука в стороне. Рука пошла в первую позицию. Раз. В первую. В первую. Знаешь, где первая позиция? Да. Покажи. Вот. И потом в третью. Вот в сторону. Отвела руку в сторону. В сторону. Вот через первую в третью. Да, правильно. И плие. И раз. Наверх. Молодец. Умничка. Еще спинкой вверх потянись. Пояс наверх. Давай. Ручкой помогай себе. И раз. Наверх. Молодец, только не падай. Ты зачем к нам шагаешь? Ты должна поставить ногу в пятую позицию и вытянуться вверх. Не шагай никуда. Так, спину подтянула сразу. И спинку прямо. Молодец. Лицом-то довернись ко мне. Ногу смотри из стороны, точно в сторону. Тут немножко не докручиваешь. Давай, теперь остановись ко мне спиной, поняла? Спиной ко мне остановись. То есть больше вращай. Чуть-чуть. Спинку подтянула. Ну нет, 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 тебе надо ногу вести. Тебе ногу надо вести назад в сторону. Ногу, 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 ногу. Веди, веди, веди. И рукой, сильной рукой замахнись. Рано ногу опускаешь. Остановись, затянись. А потом уже отпускай. Но сделай, как ты делал до этого. Не надо стремиться больше. Сделай просто чистенько раз и опустила, приставила два. Поняла? Как ты его уже сделала. Спину подтяни. Наверх. Не-не-не, подожди. Сделай вход в элемент. Сделай ко мне боком. Боком. Встала, взяла ножку. Присела. Спину подтяни. Выводишь ногу. Равновесие. Раз, равновесие. Стоп, зачем ты таз назад подставляешь? Таз не должен быть назад. У тебя пальцы должны быть назад. Плие, присела. И ножку назад, ножку назад. Попу вперед, ножка назад. Да, молодец, запомнила? Давай в повороте то же самое. Наверх. Да, молодец. Нет, сейчас опять попой идешь. Ты ногой должна, пальцами должна идти, пальцами. Давай, спинку подтянула, рукой помогла. Сильнее теперь, ногу сильно разогни в сторону. Быстро и резко, плие. Раз, два. Ну ничего, молодец. Смотри, иди сюда, иди сюда. Вот тебе надо равновесие делать и турлянчик крутить в этой позе, чтобы докручивать. Ты уже хорошо все делаешь, просто тебе надо добавить чуть-чуть количество оборотов. Но попу назад оставлять не нужно. Просто стоять, стоять, стоять. И тебя будет немножко закручивать. Поняла? Все, ты умничка. Не переживай. Спасибо. Пока. Так, девочка, которая у нас нечаянно вышла с эфира, давайте ее доразбираем. Не могу найти. Видела. Еще раз напиши.